А во Фэйви сегодня мы возвращаемся к нашим уже любимым EXO с треком «Ковбой Бибоп». Ой, «Коко Боб», поправочка. Поехали! Shimmy Coco Pop, I think I like it. 긴장은 down down, 부끄러운 말 걸. 어지러운 마음 속에 내가 들어가. 익숙한 듯 부드럽게 내게 번져가. Блин, после того, после тех EXO, там где был Monster, и вот такой контраст сразу на такой чил, как раз сейчас лето, настроение такое прям отдохнуть, и вот тут нам это все преподносят. Прикольно, но звучание, опять же, для них как будто бы, ну, непривычно, что ли. Короче, контраст есть. Чего опять доколупался? Такие еще нотки регги присутствуют. Ай, хорошо. Так, стоим бы. Я опять спрошу, а Лэй там присутствует? Я вот сейчас смотрю на кадр, и его нету. Он вообще в EXO был, кроме как в дебюте. Блин, как они круто заигрывают с музыкой. То есть тебя постоянно эта вот динамика, она прям поддерживает. То такое более лирическое, такое регги, веселое, потом так нагнетает, нагнетает. Бум, у тебя идет припев, дроп. Потом тебя наваливают еще так более его активно. Потом тебе запихивают рэплайн, и все по новой. Ой, хорошо. Конечно, с картинкой такой динамика не сочетается, хотя по картинке тоже есть свои приколюшки с переходами, когда он упал в стол, где были брызги, все спецэффекты. Короче, немножечко разные, но в целом смотрится очень круто. Блин, классная работа. Мне прям что-то... Я сейчас вот идет этот бит, а я думаю, когда уже будет это вот эй? Я думал, оно будет после первой. Короче, вот, чуть раньше думал будет. И оно вот есть. Listen.
Блин, смешать регги под такой бит, ну, мое почтение, СМ. Я, конечно, понимаю, что вы любите лезть какие-то эксперименты, но вот это сейчас было прям очень хорошо. Замешали прям, да. Прям. It's a party, go go. Down, down, baby. Down. Не, ну, это реально такая чисто кайфовая летняя песня. О, с такими вайбами вот морскими, вот какой-то какой-то курорт. Это вот. Все подводит к тому, что надо отдыхать. Хотя бы иногда. Хотя эти летающие бургеры... А? Короче, по картинке... Все, я уже начинаю заговариваться. По картинке и по музыке, короче. Вообще, претензии зеро. Вот таких, по-моему, таких EXO я еще не видел. Я не могу припомнить EXO на чиле, на расслабоне. И вот как будто бы они открылись с такой стороны. Может, я их таких и видел, но я так сразу не припомню. Это в плейлист залетает 100%. Потому что вот такие песни сейчас нам нужны особенно, чтобы под них отдыхать. Пора почитать текст. В принципе, да, трек максимально летний. И да, Лэя там не было. Потому что это был первый сингл, в котором Лэй не был представлен из-за длительного перерыва. Да, собственно, сам Коко Боб означает «веселые танцы». Что, в принципе, очень хорошо подходит под всю тематику происходящего на экране. Ну и по тексту, да, нам читают о том, что надо веселиться, отдыхать, пока есть время, пока не настигла тебя какая-то неприятность, какая-то, ну, грубо говоря, реальность. И там уже было в конце написано, типа, The War и Coco Bob. War, типа, как война, перед войной, видимо, какой-то. И именно само слово Bob означает танцы под музыку. Таким образом означает Коко Боб, танцы, танцевать с ритмом. И как забавный факт, это вот строчка была первая, шими-шими Коко Боб. Оказывается, шими-шими Коко Боб — это название и частый припев в хитовой песне 59 года, которая была записана группой Little Anthony and the Imperials, американской R&B группой. Угу. То есть у нас прям настолько залетают референсы и отсылочки. Как факт прикольный, как и трек, как и клип, все максимально куда надо, в кабинку залетело, осталось и пойдет на переслушивание, потому что кайфовый трек, а кайфовые треки нам сейчас нужны. Поэтому да, да, и еще раз да. Да, как-то так. Спасибо нашим бустерам, нашим анбуз информацию, чатику, комментаторам. Всем большое-большое спасибо. Все ссылочки на телеграм и бусти есть в описании. Залетай, подписывайся. А я ваш сенсей. Обнял, приподнял. И всем пока.